Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш, мы продолжаем проходить Dirt 5. Во, забыл уже. Так, у нас тут есть Норвегия. Давайте будем чекать, на каких тачках ездить. Греция. Ага. Я думаю, что мы будем под тачки подстраивать этот... Как его зовут-то? Сложность. Ну, какой-нибудь средняк будем ставить. Несложную не этот. На каких-то тачках будем, наоборот, убавлять, потому что... А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Вчера, когда я страдал на этих мустангах, это, если что, был самый легкий уровень сложности, чтобы вы понимали. Потому что, как я говорил в видосе, что там какой-то жесткий дисбаланс по сложности идет. Типа, в каких-то прям легко, в каких-то на легком нереально. Так, что у нас есть? Ух ты! Так, а мы катались на заднем приводе, да, по-моему? Давайте поедем на полном. Как раз у нас есть Раптор. Бабки продолжаем зарабатывать. Поехали. Поехали. Не знаю, что из этого получится. Ну, надеюсь, что-то интересненькое выйдет. Алаелва инлет. Зимняя. Что-то знакомое. Вон, с прыжком, да, мы по ней катались уже. Возможно, будет какое-то другое направление или... Измененная гонка, но в целом понятно, что за гонка у нас. Так, нужно будет этот Шевролет купить, и Каен нужно будет купить. И что там еще? И Кадиллак нужно будет купить. Прям нужно будет все купить. М. Кайл Рой. По-моему, он уже был против нас. Нифига себе, а что, мы самые медленные, что ли, в толпе? Каены полетели, блин, все. А мы тут щимимся, как непонятно кто. А, нормально. Ну, то есть вы поняли, да, если я... Там по льду я умирал просто. На самом легком уровне сложности. Сейчас при вас поставил средний и всех дернул в первом же повороте. Как это работает? Нужно будет перезайти, проверить. Может, оно не сохранилось? Странная штука. Главное не забыть перезайти туда, посмотреть в настройках. Но что-то вообще прям... Я жестко от них улетел. Три круга. Слушайте, наверное, не сохранилось. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем, чекнем. Вообще странно. Потому что-то я слишком сильно удрал. На среднем. На среднем, народ. Средний это как бы стандартный. Потому что игру, когда начинаешь, автоматом лупасит всем средний. Опачки. Прыжочек. Блин, может реально не сохранилось? Я охренею, если оно сохранилось. И у нас просто типа на среднем мы вот так вот едем. Ну, кстати, фордяк это достаточно медленный. Смотрите, мы едем 90, там соточку. Ну, вообще нифига не едет на самом деле. Джин-джин. Второй круг пошел. По-моему, хорошо этот поворот прошел. Ну, в принципе, смотрите, они сильно не отстают, они держатся, но держатся слабенько как-то. Я прям хорошо их обошел всех. Или фордяк такой хороший. Неизвестно. Блин, по-моему, это будет рекорд круга, потому что что-то я прям вообще идеально повороты тут прохожу. Ой, по коллизии стукнулся. По идее, не должен был там зацепиться. Напса. Против нас. И Стюарт. Это не Стюарт, а Стевард какой-то. Или что это такое за имя? Против нас уже не первый раз катается. Так, ну-ка. Но в минуту 30 не успеваем, да? Уложился в минуту 30. Офигеть. Минус 8 секунд от первого круга. Жирненько, жирненько. Интересно, соперники точно так же жирненько сейчас проедут? Судя по всему, нет. Учитывая, как они отстают. Да, прямо уже с третьего круга нормально оторвался.
Даже на карте уже нет. Реально, вообще на карте их нет. Нифига себе, я еще продолжаю время наверстывать себе. Тут нужно как-то получше проехать. Прыжочек. Капец. Куда они все делись? Может, они уже все финишировали? А я еду последний на самом деле. Вот тут я затупил что-то немножко. Но к минуте 30 успеваю. По-моему, да, это новый рекорд. Минута 28. Офигеть. Хорошо, кстати, проехал. Очень хорошо проехал. И по времени. О, Дюха еще приехала. Так, продолжить, 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 продолжить. И разблокируется новая гоночка. Голубятня, так сказать. Так, ну-ка, ну-ка, может я реально не сохранил, что-то как-то странно. А. Это я так оставил, да? Я походу тупанул и выбрал изи, типа, когда показывал. Не донажал, наверное. Средний ставим. Это был изи. Но по ощущениям был как изи-изи. Так, карьера. На фордиках. Я на этом форде и поеду, потому что он наиболее адекватный. Он хорошо едет, хорошо управляется. Прям вообще пушка. Единственное, что может... Нет, нельзя разукрасить. Ну да-да, так поедем. Так, это сейчас точно средний, по идее. Надеюсь, он не сбросился снова. Или то я затупил. Не знаю, короче. Как оно на самом деле... Так, ну погнали, погнали. У нас тут асфальт, грунтовочка, Греция или что-то такое, или Италия. Греция, походу. Ох, лянча, меня сейчас надергают. Ух ты, Поршак прикольный. По-моему, он был в этом, в Need for Speed Porsche, да, или нет? Ой-ой-ой, я, по-моему, на кого-то залез, как этот... Я не буду говорить, как кто. Ну, тут уже ощутимо они поехали, но... Все равно... Опыт не пропьешь, так сказать. Все равно я иду первый. Реклама ловаться. А я, блин, растворимым давлю сейчас. Вот же специально мне с утра. Хотя какой с утра? 12 часов дня уже. Кофеечек. Так, куда ты там лезешь? Эй, ты, засранец. Вау! Нифига. Чуть не убрался. Чуть не убрался. Еще дождь пошел. Так, тут надо оттормозиться или дернуть ручник, я не знаю. Но на среднем они начали ехать, но... Оу, это моя ошибка. Но мне это не мешает. Нифига себе, думал, уже придется ручник дергать. Так тяжело вписывался. Что за цветы, я подумал, там камень за ними. Блин, фордяк прям вообще охренительный. Шикарная тачка. Просто шикарная. Так, ну у нас только один за нами сидит, все остальные начинают отставать. Но я думаю, что мы сейчас начнем набирать расстояние постепенно. Средний, то есть для меня как-то, ну, нормально. То есть мы едем первыми, но сзади нас прям плотненько сидят. Если накинуть еще сложности, то, наверное... Будет борьба. То есть нам нужен типа слабый хард. Там типа есть легкий, есть типа... Точнее, самый легкий, потом легкий. Средний, походу, типа хард, а потом very hard, наверное, будет. То есть, по сути, нужно, наверное, хард вешать и будет наравне. По скиллухе, так сказать. Но тоже, смотря какая гонка. Если нам запустят овал... Или тот лед странный в этом в Нью-Йорке, то там придется спускать на самый легкий.
Потому что там на самом легком нереально ехать. А, у нас в процентах. Я думал, в кругах. Думаю, когда там уже круг начнется. Думаю, что мы так долго едем. Дорога достаточно неровная такая. Как-то не сильно легко тачку по ней контролировать. Но в целом первое место. Никуда от нас не денется. Но только один прям так плотненько сидит. Ну и то даже не плотненько, а так. Отстал в каком-то моменте. Но это походу точно был средний. Сейчас еще раз чекну, вдруг я снова протупил. Лянча, лянча. Неудивительно, потому что лянча, блин, валит очень хорошо. Так, мы прям все заработали. 260 кусков у нас на счету. Пойду сейчас еще раз чекну. Средний. Окей. У нас даже, блин, трекшн контроль. Вот тоже непонятно, да? Трекшн контроль типа лоу, типа слабенький. Или в том плане, что трекшн контроль, то есть лоу, то есть нам будет легче ехать. Не совсем понятно. Тот же антилок брейкс, то есть ABS, типа лоу, это типа его толком нет, или же лоу, то есть он есть, но не прям супер. Странная штука. Ладно, ладно. Продолжаем ехать. У нас, по-моему, следующая тоже на фордяке. А что дальше будет? Нормально. Нормально. В целом нормально. В целом нормально, поехали. Фордяк снова. Куда мы от него денемся, если тачка классная? Ультракросс. Кейптаун стадион. Саус-Африка. Так, ну чё? Вау! Вау! А, я понял, размечтался. Сейчас по стадиону гонка, походу, будет. Или вокруг стадиона. Пушка возле стадиона. Стадион, наверное, охраняет. Поехали! Почему всегда последний? Мне это не нравится. Меня как лоха какого-то закидывают в самый конец списка. Ёпты. Жесткая борьба. Жесткая борьба. И я первый на первом же повороте снова, как обычно. Слушайте, это токийский дрифт, по-моему. Нет? Гонка по парковке. Прикинь, тут кто-то вляпается, а у тебя там тачка на парковке стоит. Ты приехал тут посмотреть на гонки. Где тачку разворотили? Смешно будет. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Полегче. Полегче. Ну, я так понимаю, что здесь нужно ехать без ошибок. Типа первым легко, но если без ошибок. Если ошибки есть, то ты первым перестанешь быть. Потому что хоть одно столкновение или разворот, то все уже. Пиши пропало. Я так понимаю. Боже. Карта еще крутится. Если бы она на месте стояла, я бы понимал. Ох, хорошо, что колеса не разлетаются, потому что мы бы сейчас убрались в них нормально. А так мы просто отскочили. У нас водила есть? По-моему, там за рулем никого не было. А, нет, есть. Он тут руками дергает. Да, как всегда, снова. Все отстали, но один прям плотненько сидит. А тут в толпе было проще вписываться, потому что видно было, когда все тормозят. А тут влетаешь в темноту. Эффект HDR еще срабатывает, нифига не видно. Он по внутрянке обходит меня. Но не обходит. Слишком широко зашел. Какой-то туман спустился, что ли. Хотя нет, это не туман, это свет так проникает. Лучи света. Солнца. Не, на среднике пока покатаемся. Втянемся. Втянемся, а то писали в комментах, ноют. На самом легком играет, так неинтересно. Самое интересное, когда Хитмана какого-нибудь проходил на самом сложном. Никакая падла не написала, что я проходил на самом сложном. Всем было насрать. Главное, на легком проходишь, все ноют, на самом сложном проходишь, всем насрать. Так, тут я помню, нужно... Ага, слишком сильно притормозил. Последний круг. Ну, еще минус 3 секунды.
Так, где тут? Даже цифрок нет, когда тормозить нужно. Так, нужно поуже тут пройти. Хотя бы так. Да, видно, в каких поворотах я медленно проезжаю, потому что он сразу начинает меня догонять в этих поворотах. А в каких-то я прям хорошо шпарю и начинаю отрываться. Вот этот, например, прям идеально пройден. Так, где там наш асфальт? Оу, нифига себе. Чё-то до этого я или не так разгонялся, или тормозил, или я не знаю. Чё-то думал, впишусь, нифига не вписался особо. Так, главное коллизию не цепануть. Нужно аккуратненько как-то ехать. Блин, снова в стенку. Поворот обманчивый такой. Он походу... А, понятно, он сужается там. За счет этого кажется, что он раньше повернет. Первое место, 3.39. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Продолжить. Снова Лянча на подиуме. ...270 кусков. Неплохо с бабками у нас. Все. Тижука Форест. Так, у нас... 102 из 375 дэшек. То есть, получается так, что мы уже прошли четверть игры. Судя по дэшкам. Кстати, у нас вот этот Throwdowns один открылся. Ну, типа, я его не проходил, потому что как-то, ну... Не понял, а что, когда проходишь, он черно-белый становится? Мы потом наведаемся. Вот это что-то черно-белый стал. По-моему, он был цветной. Может, реально черно-белый становится, когда проходишь? По-моему, тут тачка была другая. Или нет? 250 кусков. Да, он поменялся, первый Throwdowns. Он поменялся. А-а-а. Мы вот этот проходили. Мы вот этот проходили. Он, получается, сместился. А вот этот новый появился. Понятно. Капец. Чё по спонсорам? Ух ты, у нас какой список прям. Хорош список. Ух ты, блин. Смотри, по 7,5 платят. А это все закрыто. И когда оно откроется? Не написано? Не-не. Не пишут. Так, ладно. Карьера. Куда я, блин, вышел? Стампеда. Это оно? Да. Поехали. Так, ну, поедем на медленном форде, но он нормальный. Тачки потом будем прикупать. Пока прикатываемся. Пока прикатываемся. К среднему уровню сложности. На самом деле, ну, нормально по сложности. Просто нужно привыкнуть, что тебя постоянно жмут соперники. Постоянно жмут соперники. Так, ну чё. Погнали. Ты, блин, прикалываешься. Тебе направо ехать, а ты влево поехал снова. Тупо пытается меня снести. Чуть спереди поехала. А, это Мицик, по-моему. Он тот Эвик Кросс или как он там, который на Эклипс похож. На Эклипс, который вот этот необычный старый Эклипс, а вот этот новый. Или... Нет, не он. Какой-то Ситроен с виду. Со скалы прыгай. Сам жалуюсь, что меня толкают, а сам взял, защемил. Ты чё, блин? Ты чё творишь? Толстяк. Ой-ой-ой, это моя ошибка, минус позиция. Нет, не минус позиция. Но он прям пытается меня что-то этот. Да вы что, охренели что ли? Чего они резко начали меня обгонять? Нормально же ехали. Нормально ехали. Что происходит? Первый круг из трех тупо щемятся. Я тоже буду щемиться, причем нагло. Нагло буду щемиться. Ой. Да вообще-то я на ту штуку должен был наехать со своей подвеской. Но игра думает иначе. Куда я должен наехать, куда я не должен наехать. Так еще скажите, что мы сейчас прыгать тут будем. Я думаю, что вы помните эту гонку, только в обратную сторону. О, дожимаю. Отлично. Кто-то сзади нас прет, и непонятно,
F-150 или же вон та легковушка непонятная. Финиш in reverse. Задом финишировать. Слушайте, но с моим отрывом задом финишировать, по-моему, не вариант. Вы так не думали? Слушайте, в обратную сторону тут было легче ехать. Тут реально было легче ехать в обратную сторону. Но я отрываюсь потихоньку. Прикольно, так подсветочку сделали. О, стеночка, привет. Блин, неудобно, скала сделана. Так, конец второго круга. У нас по-прежнему один сзади нас давит. Все остальные едут потихоньку. Вот тут, походу, в каждой гонке, так что один жмет сзади, а а остальные отстают. Походу, типа, чтобы я мог приехать вторым, но не последним. Но, как я заметил, что если этот обгоняет, который нас жмет, другие сразу моментально настигают. Будто намагниченные какие-то. Блин, походу ручник можно не дергать, как странный поворот. Кажется, вроде бы не впишешься, но ручник дергаешь и как-то слишком вообще медленно проезжаешь и повернуть можешь куда угодно. Там, наверное, нужно пробовать без тормозов залетать туда. Потому что как-то непонятно. Блин, у меня кофе уже почти остыл. Я тут сделал себе, понимаешь ли, кофе. И из-за гонок плотного графика тут не могу его попить. Все, теперь можно. Если что, на тормозах поверну. Но задом, наверное, не буду финишировать. Боком. Меня, по-моему, еще в бочину стукнули. На легком я бы финишировал задом. На сложном это надо просто так закинуть тачку в занос, чтобы задом залететь, причем настолько удачно еще. 305 кусков. Как бы неплохо. И что у нас тут наоткрывалось? А что мы начинали? С Норвегии? Судя по всему, да. Слушайте, ну на пикапах мне нравится кататься. И РС-ка. А тут ну, просто хотя бы зайти. Вау, красиво. Ну мы тут, по-моему, ездили. Жаль, не пишут, что за класс. Так, ультракросс. Хеннингсвер. Норвегия. Надеюсь... А, я знаю, что это за трасса. Нет, тут льда не будет. Будет только снежок. Так, Volkswagen. Или же заднеприводное говно. Знаете, я думаю, что мы поедем на Volkswagen. Стор. Игра, походу, свернется, да? Просто интересно. Понятно, донат. Это донат. Аудюшка, блин, полноприводная же, да? Полный привод, задний. Читерская тачка. БС. Просто, смотрите, вот, например, Паршак, то же самое. Ну, БС. Только тут больше лошадей, больше крутящего. Веса больше. И привод полный. А все на заднем. Все на заднем. Слушайте, может это вообще отдельная тачка, не? Нет, не отдельная. Смотрите, вот эта хрень на кросс. Рейд задний, полный. Задний, полный. А БНВ быстрее? БА, ЦА. Не, медленнее. Но СС вот это вот повеселее будет, но задний привод. Попробуем на Volkswagen что-то сделать. Не знаю, что из этого выйдет. Но я постараюсь. Почему бы и нет?
Хеннингсвайр. Норвей. Норвегия, да? Вау. Вау, тут, блин, прям бушует. Море, хотел сказать, ну тут какой-то заливчик, что ли. Они до хрена большие волны для столь узкой реки. Так, я уже в снег провалился. Сейчас в текстуру упаду, наверное. Ну, да, прям куда-то в этот в подсолнухи меня закинули. Блин, бэха спереди как Мерседес МЛ-ка выглядит. Ну, в смысле, спереди, сзади. Спереди. Так, тут нужно только жестко, нагло, просто как собака сутулая, всех щемить и, соответственно, выигрывать. Отлично. Кто-то мне названивает. Ой-о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 й. Вот это да. Три круга у нас, кстати, будет. И мы как бы уже все. Мы как бы все. Мы первые снова. И снежочек послабее стал. Интересно, а сегодня ночь наступит или нет? Ну, что-то такое. Вроде бы вечерок, но, как вы помните, здесь погода и время суток резко меняется. О, смотрите, да, блин, я прям как знал. Такое потемнело. Или мы куда-то за горы заехали, что темнее стало. Ну, что-то прям ощутимо начало темнее стало. Нифига, ты настолько быстрый, что ли? Капец. Как он меня так обгоняет? По прямику прям дергает. Слушайте, может нужно ту покупать? Потому что Фольц получается, что если на среднем, то есть я иду хорошо, но они тупо на прямых участках меня начинают дергать. То есть мне нужна более быстрая тачка получается. Или как? Блин, что-то трасса изменена немножко. Это второй круг пошел? Вау! Вот это мой прогон, конечно. Очень плохо прошел поворот. Но я просто иду по таким траекториям, чтобы мне удобно было меня обгонять. То есть мешаю, так сказать. Потому что траектория это не лучшая для меня, но помешать им стоит. Да, две тачки прям вместе идут и щемят. О, еще потемнело, еще потемнело. Я прям как знал. Но вот это моя ошибка. Очень медленное прохождение поворота, но каким-то образом я оторвался. Хотя на самом деле это было медленное прохождение поворота. Вот тут, помните, у нас обычно финиш был вот в этом повороте. Ну, тут по прямой, на мосту. А сейчас, получается, изменен. Да, ночь. Я прям как знал, что сегодня будет ночь. Этого стоило ожидать. Вот тут по прямой догоняли. Нифига. Обзорность-то хреновая сразу стала. Снег отвлекает очень сильно. Постоянно на карту смотрю, хотя уже не одну гонку тут проехал. Все равно смотришь на карту, потому что теряешься. Типа тут свет горит, типа сюда ехать. В другом месте свет горит. И ты такой, блин, туда или сюда ехать? Снова отвратительно проехал этот поворот, но там уже финиш, в принципе. Так что мы по-любому будем первые. А, нет, то не финиш. То чекпоинт, по-моему. 20 секунд только. Нам еще один круг ехать. Ни хрена не вижу. Вообще ни хрена. Один снег. Один снег. Плохо. Очень плохо. Капец. Просто капец. 54 секунды. То есть... вот это было больно. И всю скорость потерял. Смотрите, просто как настигают очень быстро. Сплит минус 2 секунды. Вот тебе и на. Одно столкновение. Блин, нужно будет тачку. Вон ту, которая там была. СБ, по-моему. Нужно будет брать СБ, потому что просто не хватает скорости. Они чисто на скорости меня догоняют. Но не на технике.
Не, техника может и получше, но... Блин, я думал прямо ехать. Прям к финишу, к финишу, к финишу. Фух, мы справились. Мы справились. Так-то неплохо. И можно посмотреть, что у нас следующее тут. О боже. Или? Да нормально. Ладно, народ, думаю, что на этом будем заканчивать нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фрэш и всем пока-пока.